Итак, блядь, сейчас вот посмотрим Half-Life 2, какая на PlayStation. Помнится, когда она вышла, и все обсирали, что как они обосрали так игру, сука. Она же вышла, хуй знает, когда, блядь, вообще там ее оптимизировали, по-моему, или вообще чуть ли не лет 5, блядь, а то и больше. Ой, блядь, даже голос какой, они, кстати, текстурированные, блядь. Вступай в Абдулловерование, блядь. Карай зло, блядь, я Абдулов, нахуй. Не похуй на закон, я сижу в аду, блядь. Тут нанокатализаторы строят, чтоб народ пытать, нахуй. Не рабы нужны, как озон, чтоб, блядь, двигали турбулентность, блядь, в моих машинах адово. Сука, отправляй мне в Абдул-Адепт в ад, больше мразей, как озон, сука. Кара вечная, Анша Абдуль. Кара вечная, блядь. Ты у нас на вагонетках будешь кататься вечно, нахуй, блядь. В аду, урод, блядь. Ёбок, пидор, озон. Ёбаный. Никакой пощады тебе, гнида, блядь. Да. Вот такая странная заставка, блядь. Ну чё, странно, неудивительно, что Абдулловерование уже, блядь, и в Half-Life уже давно. Наверное, видели этот ролик одного элитного адепта? Блядь, блядь, какое говно, а? И просто пиздец, нахуй. Ёбаный стыд, это ж PlayStation 2, блядь. Сука, а? Да она ещё и блядь. Сука, блядь. Только уёбище, а? Сволочь, блядь. И Жазон, нахуй, обезьяна, практически такая же. Даже непонятно, он черный или белый, серьезно, блядь. Из-за сжатия JPEG не понятно, у него кожа-то уродливая, то ли он черный, блядь, сам. Ой, блядь. Сука, блядь, а этот, нахуй, это сказка сидит, пиздит, блядь. Или, блядь, этот, блядь, диджей, блядь, сука, блядь, в старости, нахуй. Рубите всех уже, нахуй, бабки со всех вытряс, нахуй, свои пирамиды МММ, все в робах сходит, он всех поставил, блядь, на счетчик, блядь. А вот сказки, блядь, эти, блядь, сходит, хуячит дубинами всех. Ой, блядь, как говно, знаете, как так засрать-то все, а? Просто, блядь, наебало, сука, а? Далее, они же даже тут текстуры одинаковые сделали, как в традиции PlayStation 3, но один кирпичик, видите, размножили, блядь. Сука, из нехватки памяти, блядь, как всегда. Ой, блядь. Вот эти освещенницы, блядь, а. По-моему, даже лучше, чем в оригинале было, кстати, освещение. Оно не динамическое, естественно, статическое. Лучше, чем в оригинале, по-моему, Half-Life было. Потом в патчах добавили там крутую графику. Хотя хуй знает, блядь. Я, блядь, не сравнивал хрен. Ну, я могу сейчас открыть, блядь, нахуй. На ютубе, блядь, ролик сравнить. Ну, блядь, ну сами видите, хотя вы не видите это, не HD разрешение, блядь, какое тут говно, вы не видите. Поэтому вы должны, блядь, вообще вырубить монитор, блядь, и слушать его голос, нахуй, бога сатанистов. Который вам говорит, что происходит, блядь. Потому что это голос правды, блядь. Сука, блядь, а. Блядь, а с демократизаторами стоят, блядь. Вот, видите, смотрите, дверь нарисованная, вообще пиздец. Нарисованная дверь. А вот что тут, газы, что ли? Чего в противогазах такой-то, а? Бля, блядь, замок, блядь, вообще без текстуры, это пиздец, какое говно, блядь, на компьютере он, блядь, весь в бампе такой текстурованный, блядь, чуть не светится. Блядь, даже шарик, блядь, вообще его не разглядеть, что это шарик, это, блядь, я не знаю, как будто гвоздь это какой-то, блядь, забит красный. Ёбаность, блядь, эти замки, они не только вон Томас одного бесили, они и меня бесят, блядь. Чисто вот как будто их выглядит так захуячили, там, типа, чтобы ты не пихался лишний раз в эту дверь, блядь, не смотрю, что она закрыта. Я не хочу под самую игру говорить, потому что я про нее уже делал обзоры, да? Не хочу просто, блядь, не вижу. Одно и то же повторять. Но я могу новое что-то рассказать, но что-то не хочется. Так рассказывать тут нечто, нечего. Все и так знают. Сука, ёбаный, видите, какое уёбище, ой, блядь, видите, говно какое. Как испохабили игру-то, сука, уёбки, а. Вот это, блядь, текстура, нахуй, блядь. Это Crysis 2, там вот Томас что-то пиздит. Вот, блядь, текстура, блядь, это пиздец. PlayStation 3, блядь, все мощи PlayStation 3.
Ой, бля, радиатор, нахуй, сука, жируйте хорошо, нахуй. С радиатором, блядь, неподключенным. Пиздец, блядь. Он не подключен, нахуй. Видите, одна труба идет. А должно быть две, одна в один вход. Они, блядь, типа для лохов развод поставили, бюджетные бабки все распилили. На эти радиаторы фейковые, нахуй, блядь. Ой, блядь, это же как у нас строят. О, смотрите, бамп какой-то есть. Не помню, был такой в оригинале или нет. Но, блядь, хоть какой-то позитив, блядь, нахуй. Ой, блядь, кровь, блядь, блядь, дерьмо какое. Насрало зон какое-то говно, блядь. Сука. Сука. Дайте посидеть-то, сука. Не, знаете, что в игре нету модели самого Гордона Фримена. Поэтому нету рук. И нету, блядь, этого, как его... Отражений зеркал в игре быть нету и быть не может, потому что отражаться Фриману, блядь, нельзя. Это как призрак. Так это специально, типа, у них такая задумка, чтобы ты ассоциировался лучше, блядь, с этими Гордоном Фриманом. Поэтому вообще выпилили его нахуй, блядь, из игры. Пиздец, так и камера одна летает. Без рук, без ног. Ну хотя это на самом деле похуй всем, игра не на это рассчитана. Она, блядь, пиздец на свой интерес, блядь, на свою физику, на геймплей, блядь, нахуй. Блядь, графику. Хотя графика, она, блядь, когда вышла Half-Life, уже вышел Far Cry, Doom 3, так что она никого не поражала особо. Но она брала реализм, как бы, картинки, они сами разработчики говорили. Что ты, сука, от меня хочешь, выродок? А? Блять, загрузки пиздец. Ну, по крайней мере, зато не появляется скринлоудинг. Это так даже лучше. То бац, просто как будто компьютер просто подвис. Даже можно было надпись убрать от лоудинг. И знаете, эта игра еще усталируется на PlayStation 3. Сука, какое говно, господи, засрали, все засрали. Решетка, конечно, спрайтовая, нарисованная. Пиздец, блядь. Кстати, вон Томас не знает, что такое спрайт, что такое полигон, на полном серьезе. Он ни разу не употреблял слово спрайт, у него текстура и полигон, блядь. А полигон, он думает, это вот, блядь, отдельный объект, который видно, может разглядеть какая-то угловатость. А полигон, это на самом деле, это треугольник. Раньше так и писали в журналах треугольник, там мощность только 3 миллионов треугольников. Это три точки, вот плоскость трехмерная, минимальная, это три точки, это и есть полигон. Ну сколько, тут на скидку может, блядь, не знаю, 800 полигонов, что ли, в нем. Сейчас даже еще меньше стараются делать. Это раньше хвалились, там, вот у нас, блядь, там, сука, пиздец, там, 20 тысяч полигонов на модель, там, где сейчас это нахуй никому не нужно. Потому что вот тот же Crysis возьмите, там все спецэффектами берет. Там эти полигоны нахуй не нужны, там замыливают все, как в киллзоне, нахуй, блядь. Сука, блядь, все искрами, разноцветным говном, блядь, никого это не ебет, в принципе. Никто же не будет вот так подходить и разглядывать. Ой, блядь, бутылочки, блядь. Низкополигональные, блядь. Пиздец. Ну, блядь, будка, нахуй. Поэтому и делают квадратные предметы, потому что чем круглее предметы, тем больше полигонов и больше видны будут недостатки полигонов. О, блядь, ёбаный, какая унылость, абсолютно это говно. Как они испохабили шикарнейшую игру. Ой, блядь, кирпичи плоские. У них даже мощей на бамп-мап тут не хватило. Ой, блядь. Все засрали, поганцы, все засрали. Воистину, самый ссаный порт, блядь. Это его портировали 5 лет, это вообще пиздец. Спустя хуй знает, сколько он вылез, блядь, на PlayStation 3, под конец уже. Orange Box этот. Ой, блядь. Блин, на этот замок, как они даже замки засрать умудрились, блядь. Сука, как хулиганы, которые, блядь, их иголки в них пихали, блядь, и ссали, и срали в замки, нахуй. У нас так в школе, помню, дело, одного поймали, нахуй. Такого, блядь, училка, блядь, коллега сделала, блядь, в бардаке, блядь, нахуй.
выплачивали нахуй в школе нахуй за все замки нахуй. Конечно, ничего не платили, потому что у него родители были алкаши, как у всех там в этой школе, для усыновленных детей, потому что у нас все школы в Совке были для усыновленных детей, блядь. Школы дебилов, можно так сказать. Блин, не школы, это военные лагеря, блядь, нахуй. Так же, как вся страна. Это я вот еще на бутерате еще мутировал, еще поумнел, нахуй. Это, блядь, там вообще пиздец, нахуй. Я вот последний, наверное, из своего класса, кто в живых остался, еще, может, 3 человека осталось. В моем-то районе, наверное, вот. Человек 5, наверное, в живых осталось, блядь. Сука, это мы из 80, наверное, человек, представляете? Ой, блядь, такие времена, нахуй, блядь. Мы, блядь, как говно, господи, как засрать так можно? Это надо, талант надо иметь, все. Такую ссаную приставку выпустить. Какое говно, господи, а? Чего вы хотите от меня, уроды, а? Перебраться. Конечно, я Half-Life проходил не один раз и много раз. Ой, блядь. Я играл еще в бету, знаешь, еще в спидже на альфа-версию. Там, вообще, нахуй, пиздец, нахуй. И вообще, такой долгострой, ебаный, два, хуй знает, десятки лет практически делали, нахуй. А это, блядь, и они продолжают шары в штанах катать и выпускать там в 3 года, блядь, эпизодного. Это вообще пиздец, аддон выпускают в 3 года. Ебануться, еще говорят, это мы вам нахуй навстречу пошли, а там, если бы не эпизоды, вы бы там третью часть еще 15 лет бы нахуй ждали, нахуй. Вообще пиздец, хули они там, я вообще хуею с этих, блядь. Работать не хотят, как озон, блядь, на халяву жируют, блядь, только. Ой, блядь, пиздец. Даже нолики у них все низкотекстурированные, блядь. Сжатие, блядь, хуёвое у них. Ну, то есть наоборот, блядь, высокое. То есть это хуёвое. Блядь, чем выше сжатие, тем хуёвее. Джипеги ебаные, блядь. Да, тут, похоже, из эффекта вот HDR Lighting добавили. HDR называется. Это впервые она появилась в демо-уровне. Минекост, Half-Life, такой отдельный уровень. Чтобы это освещение показать. Но толком это что не меняло. Это как раз вот такое вот она делала где-то. Хотя хуй знает, я что-то уже все, может, перепопутал, блядь, ей. Сука, я уже не помню нихуя, блядь. Может, там это, блядь, имелось в виду на открытых пространствах, блядь, уже. Сука, блядь. Это же сейчас уже никого не ебет. Сейчас все игры, блядь, нормально, они говорят, нормально. Кого не ебет там смотреть, блядь, как графики. Если нахуй графика там что-то не так, это сразу видишь. Нет, все-таки тут есть эффекты. Посмотрите, как вот этот свет светит, блядь, там под эти, блядь, дощечки попадает, как он, блядь, блистает. Все-таки да, тут видоизменили по сравнению с тем оригиналом, который сам без патча вышел, попай. Но все равно, ну вот прикрутили эффекты, блядь, а текстуры все полигоны ужали, блядь. Я, блядь, не знаю, ужимали тут полигоны, думаю, да, конечно же. Просто я не знаю. Пиздец, блядь, а. Талант надо иметь все обсирать, да? Уёбки, блядь. Сука. Покупайте PlayStation 3, жрите говно, продавайте родины. Родину сосите императора Японии, которому голову при этом отрежет. Скоро очень. Если будете продолжать ему деньги сувать. Сука, который он, блядь, на свои иены будет разменивать. Обалава, нахуй. Вот, блядь, на черкизовском рынке облава произошла. Блядь, а меня-то за что, сука? Я русский, блядь. Вы что, ебанулись, блядь, а? Меня-то за что, сука? За что у меня, нахуй? Ой, блядь, я же не озон вам, нахуй, блядь. Сука, пришли, блядь, всех перепиздили, нахуй, пиздец, блядь. Веселая игра, нахуй. Идешь, тебя по башке дубиной бьют, и пиздец счастья, нахуй, настает. Вот, блядь, чему такие игры учат. Просто пиздец. Прям озонизация какая-то. Ой, блядь. Ладно, ребята. Анша Абдуль, вперед за дуло верования, покараем зло, бибаран, братья, бибаран.